Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сейчас у нас будет распаковка первого заказа из 6-го каталога Oriflame. Это мой любимый день, когда привозят первый заказ, потому что, как правило, в нем что-то новенькое, что-то по акциям, подарки и так далее. Все самое интересное нас ждет именно сейчас. Но в первую очередь я радуюсь, когда мне приходит огромная пачка каталогов. Кстати, в этот раз мне каталогов не хватило, вот буквально один себе еле-еле оставила, остальные все на руках. И вот эту пачку каталогов я подписываю или приклеиваю визитки, приклеиваю несколько наклеечек на самые классные странички и раздаю всем своим клиентам, своим знакомым, то есть кто у меня постоянно заказывает, или если есть излишки, стараюсь находить еще новых людей, кто не смотрел каталог. А еще мне прислали обновленный каталог Norrchen, и здесь появились такие классные украшения, я вам обязательно расскажу про них, расскажу, что особенно актуально будет в этом сезоне, ну и поговорим вообще об украшениях. А сейчас не терпится посмотреть, что пришло мне в заказе. Ну и начнем по порядку. Это под заказ два крема, дневной и ночной, серия Optimals, антивозрастные крема. Постоянные заказывает клиентка, кстати, не одна, многим эти крема очень нравятся и заказывают их постоянно, потому что они эффективные, они классные, и у них адекватная цена, то есть людям комфортно такую сумму заплатить за хороший крем. Далее себе заказала крем для рук с ароматом персика, я их набирала себе много, у меня было, по-моему, 5 или 6, я себе взяла и сказала, никому не отдам. Ну, естественно, 8 марта всем раздала, потому что люди просили, и я не могла им отказать. Ну как откажешь своим близким, любимым? У нас в этом каталоге идет распродажа, ребят. Вы скажете, в каталоге ничего нет, но у нас есть с вами сайт, и когда вы заходите на сайт, размещаете заказ, нажимаете далее кнопочку, вы попадаете в раздел предложения, и именно там много акций, много интересных скидок, и именно там я нашла зубные пасты, зубные щетки, по-моему, 119 рублей это цена без скидки, а наша цена примерно 95 рублей. 4 щетки, 5 паст, но этого мало. У меня уже, кстати, я скинула в клиентский чат, у меня их там уже разобрали, кто-то там прям написал, кто-то в личку, придется сейчас еще раз делать заказ, надеюсь, пасты мне еще достанутся, не успели разобрать все пасты. Пасты классные, чем они мне нравятся? Ощущение очень комфортное, нет налета, не появляется, как это называется, вот то, что там счищают потом всякими неприятными штучками, ну такой вот налет застарелый, его нет, вот особенно внутри часто бывает, нет воспаления на деснах, не появляется так активно кариес. У меня просто такие зубы, но это, наверное, как бы у каждого индивидуально, я раньше их постоянно лечила, вот просто постоянно, сейчас у меня иногда бывает, вылетает какая-то пломбочка, а в основном когда я грызу морковку, очень люблю морковку, она же жесткая, вот бывает такое. Поэтому пасты рекомендую. У нас будет травяной комплекс сейчас и гель-паста. По-моему, да, гелевая паста, освежающая, она очень классная. И, кстати, ей как раз такой сегодня чистила зубы. Так, дальше. Сейчас у нас идет акция на гели для интимной гигиены. Я взяла два зелененьких, один себе, один у меня просила подруга. Я люблю вот эти гели, очень люблю, они мне нравятся. Кстати, сейчас мне прислали на обзор продукцию, сейчас скажу, как называется, Organic Zone, уже не первый раз они мне присылают, не знаю, наверное, я им понравилась, очень приятно, и я заказала именно пенку для интимной гигиены, и мне так интересно посмотреть разницу, потому что я много лет пользуюсь именно вот всеми гелями только от Oriflame, никогда других не пробовала, как бы бывает, что я там скраб мне присылают для тела, какие-то продукты для волос, но вот чтобы пенка, такое впервые. Ну, пока ничего сказать не могу, два дня вот пользовалась, обязательно запишу обзор и скажу вам потом свой отзыв. Если интересно, задавайте вопросы в комментариях, я вам расскажу. Ну и это еще не все, это долгожданные средства смягчающие с ароматом, вернее с маслом мяты. Какое оно крутое! Так, вот эта баночка легко открывается. Невероятно красивый дизайн. Ну, вернее, дизайн-то нам знакомый, но вот этот цвет мятный, такой приятный, такой классный. И само средство. Ой.
Я его прям поставлю на стол и буду сидеть нюхать. Ай, напоминает жвачку, мятную жвачку из детства. Это очень классно. Так, свой закрывать не буду. Я хотела их больше заказать, но чуть попозже сделаю заказ и обязательно там уже включу побольше, чтобы остались с запасом на всякий случай, потому что мне их так много разбирают, или я их дарю кому-то, или тут же в подарок в заказ вкладываю. Это классный такой презент. Если хочется сделать маленький комплимент кому-то, то смягчающее средство одно из самых лучших. Кстати, я вчера звонила одной знакомой, ну и я задала ей вопрос, пользовалась ли она когда-то Орифлейм, и она говорит, я очень люблю смягчающее средство. Она сказала, такой маленький бочонок, не помню как называется. Я говорю, смягчающее средство. Она говорит, вот это что-то необыкновенное, я даже ни в одной компании такого не встречала, а это такой крутой продукт. Я говорю, да, это визитная карточка Орифлейм. Это, кстати, первый продукт, который Орифлейм выпустил. Тогда смягчающие средства были еще не ароматизированные, сейчас у нас так много вариантов, можем взять, у нас был то вишневый, то апельсиновый, был абрикос, мед, миндаль, гранат, вишня, их уже столько много было, что я даже все не вспомню, и поэтому они все очень классные. Так, заказали у меня два дезодоранта шариковых. Они сейчас идут по акции на последней странице каталога с огромными скидками, и была такая информация, что они закончились. Я в ужасе, потому что я не успела себе заказать, а я себе успела заказать, вот мой, я его не заметила почему-то сразу. Так, серенький мой, а это все под заказ. И еще заказали вот такой крем для рук, тоже клиентка брала и сказала, что он очень классный, и поэтому я решила рассказать ей о том, что он сейчас со скидкой. Поэтому как вот полезно запоминать, что брали клиенты, как полезно спрашивать, а что вам понравилось, отзывы брать. И если вы будете хотя бы запоминать, а лучше записывать, тогда у вас будет все время повод вернуться к клиенту и предложить товар, когда он, например, по какой-то акции со скидкой, какое-то классное предложение. Учитывайте все эти нюансы, и будет у вас много-много всегда постоянных влюбленных клиентов и в продукцию, и в вас, потому что людям нравится, когда о них заботятся. Я думаю, вы уже догадались, что я держу в руках. Это несколько тушей, 7, по-моему, 7 или 8, тушь термостойкая. Это очень крутая тушь. Чем она нравится людям? Отзывы на нее классные, писали, правда, не очень хорошие отзывы, я правда удивлена, каким образом эта тушь может как-то там осыпаться или отпечататься. Мне кажется, это просто нереально. По крайней мере, я с ней и ныряла в море, и плавала, и в бассейне, и ходила даже в баню, в сауну. Она не отлетает, главное ее в сауне не трогать, потому что там горячий воздух, а она от нагрева просто снимается, то есть она как бы слазит с ресничек, как одежда. Вот, а смывается она обычной очень теплой водой и снимается, просто не размазывается тут под глазами. Ну, такое удовольствие просто снять ее, и вообще никаких не надо средств для умывания специальных. Особенно люблю эту тушь в дорогу брать, когда не хочется лишнюю баночку тащить со специальным средством для снятия косметики, и вот эта тушь как раз нас выручает. Так, заказали два корректора, по-моему, в стиках, два таких красавчика, серия On Color. Они вот такие вот в виде помады, очень удобно пользоваться, если на лице есть какие-то неровности или воспаления, просто замазать, а сверху пройтись тоналкой. Вот, и это очень любимый многими продукт. Так, здесь у меня помада, я даже не помню, а это заказали. Вау, какой цвет-то красивый, слушайте, чудо. Она пахнет невероятно. Это тоже серия On Color, она дает такой жемчужный блеск, классная помада, и она увлажняет губы, классная. У меня есть один оттенок из этих помад, и я ее рекомендую, нереально классная. При этом такая доступная цена и достаточно милая упаковка, согласитесь, это сочетание черного и розового очень приятненькое. Так, мне заказали туалетную воду Эльве. Как получила заказ? Я давным-давно, у меня была клиентка, которая покупала только этот аромат,
Потом мы потерялись, я стала звонить на номер, который у меня был, уже номер недоступен, и я нашла ее в Инстаграм, вот знаете, чисто случайно, как говорят, пальцем в небо, просто набираю фамилию, и тут же она выходит, вроде бы и фамилия такая нередкая. И я написала, она мне ответила, мы разболтались, обменялись новыми телефонами, созвонились, и я спрашиваю: а где же ты берешь Эльви? Она говорит: я нигде его не беру, потому что негде, я так его хочу. И мы решили, что заказываем и встречаемся наконец-то спустя много лет. Поэтому вспоминайте, когда-то, может быть, у вас были какие-то контакты, позвоните, спросите, как дела у человека, да, возможно, вам прилетит заказик. Так, что вам еще показать? Решила заказать Мише попробовать такое мыло, мне так оно понравилось, то что им можно умываться, у него 5 в одном функций, то есть ну какое-то оно и охлаждающее, будем пробовать, может быть, Миша запишет какой-то отзыв свой. Там же в разделе вы заметили, у нас раньше был вкладыш в каталоге, теперь его вынесли в раздел предложения, и я там увидела вот этот аромат магнетиста, а буквально перед этим у меня просила его клиентка. Но так как он без скидки, она говорит: я буду ждать, как только появится скидка, сразу мне закажи. И я просто в то время, когда я делала заказ, я увидела, тут же набрала, озвучила стоимость, тут же получила заказ. Так что, ребят, запоминайте или записывайте все, и у вас тогда будет всегда информация, кому что заказать, кто что любит, вы будете быстро ориентироваться, где какие скидки, акции, и чтобы вы все время были с актуальным предложением для своих клиентов. Так, и это еще не все, я заказала вот такой вот чемодан. Это такой долгожданный чемоданчик, я надеюсь, вы все знаете, что это. Это серия Wellness Life Plus, и в этом чемодане нам приходят вот такие вот два продукта, вернее даже три, витамины, коктейль, витамины Wellness Pack, который мы постоянно пьем, и у нас уже запасы заканчиваются, поэтому нужно делать подписку. Сейчас расскажу, почему именно подписку. Коктейль клубничный, то есть первый раз, когда мы оформляем именно такую подписку, чтобы прислали и коктейль, и витамины, все время приходит клубника. Затем приходит шейкер с мерной ложечкой, это очень удобно, потому что коктейль просто так ложкой нельзя смешать с водой, вы его даже пить не сможете, он будет невкусный, отвратительный, просто вы скажете: фу, какая гадость за такие деньги. Но если вы забьете даже просто с водой или с молочком, я конечно пью с водой в основном, но с молоком вкуснее, или сделаете в блендере, добавить какие-то ягоды, молочко, можно банан добавить, ну все, что вы любите, можно сделать на воде какой-нибудь зеленый смузи себе, сельдерей, петрушку, перчик туда добавить и ложечку коктейля, это очень вкусно. Вот такой вот шейкер вкладывают, далее вот такой вот блокнот, дневничок, в котором есть как раз вот и рекомендации с рецептами, и дневничок, где вы будете вести свою вот, ну какой у вас прогресс идет, если вы поставили себе цель постройнеть, например, подтянуть какие-то места, с этими продуктами реально это ускорить процесс и сделать его не таким, как обычно на диете: посидели, похудели, а потом вес вернули и еще сверху несколько килограмм. Когда вы стройнеете на wellness, у вас вес уходит равномерно и он не возвращается, то есть результат очень классный, и самое главное, нет обвисания кожи, это просто замечательно. И вот такой вот чемоданчик, я его приспосабливаю обычно для хранения своей продукции на складе или еще что-то можно хранить, потому что он очень качественный, такой толстый, плотный картон. Теперь объясняю, почему именно подписку wellness я делаю. Когда мы оформляем подписку, выкупаем первый набор, второй, третий, четвертый приходит бесплатно, и за него начисляют баллы. Если же вы подписку оформляете на один продукт или отдельно витамины, отдельно коктейль, во-первых, вам придет без шейкера, без чемоданчика, и за четвертый шаг он придет бесплатный, но баллы не будут начислены. Что выгоднее? Конечно, набор.
Так что мы теперь с коктейлем. Очень не терпится. Кстати, нам поставили новую кухню. Я достала, убрала всю старую технику столетнюю и достала все новое. Новый блендер, новое то-то-то. Короче, вообще у меня такое счастье. И я буду сегодня делать себе вкуснейший коктейль. Или завтра. Обязательно запишу, покажу, что я делаю. Но это еще не все. Я заказала со скидкой 50% коробочку пептидов. Почему пептиды? Мне очень понравился результат. Сейчас я делала пептиды, сейчас я делаю сыворотку с ретинолом, который убирает глубокие морщины. До этого я одну неделю делала сыворотку с витамином С, мне было просто интересно ощущение, как это работает. И я увидела сияние кожи, у меня действительно стали тухнуть пигментные пятна, но я из любопытства отложила. А любопытство в чем? Мне было интересно именно попробовать ретинол, посмотреть, как уйдут морщины. Я пока не вижу, чтобы мои глубокие морщины ушли, но как бы лицо в целом выглядит, на мой взгляд, ровнее. Вам в камеру, наверное, виднее со стороны, вы смотрите меня уже давно. Напишите, вы замечаете какие-то изменения? Вот что мне понравилось в пептидах, то что они очень круто и ощутимо делают кожу упругой. Она как будто вот такая плотная, особенно меня вот эта зона шеи очень волнует, чтобы она была красивая, потому что сейчас начинается лето, у нас уже цветут абрикосы, просто тепло придет очень быстро и захочется все носить открытое, и конечно хочется, чтобы это было эстетично, очень красиво. Поэтому пептиды мне безумно нравятся. Давайте я вам покажу, как они выглядят. Вцепилась в них, никому не отдаю, и выгодно очень брать их со скидкой 50%. Вот так выглядят пептиды внутри, 7 ампул, и есть специальная манжета для того, чтобы отломить верхнюю часть ампулы, и есть пипетка, в которую мы вставляем ампулу и выдавливаем уже через пипетку себе в ладошку и переносим на лицо. Лицо и шею обязательно. Вот, рекомендую вам попробовать, это что-то невероятное. И отзывы, кстати, классные, уже многие пробовали, писали. А кстати, я записывала отдельное видео по пептидам, когда я прошла весь курс, я показала, как вскрывать ампулу, как ей пользоваться, потому что у многих не получилось именно правильно поработать с пипеткой. Там есть нюансы, посмотрите видео на канале, у меня есть, и вы легко разберетесь и справитесь с этими вопросами. Ну что, продолжаем. Итак, еще это не все, мне еще прислали вот такие крутые очки по акции Oriflame Exclusive Stockholm. Я надеюсь, вы тоже участвовали в этой акции. Нужно было в прошлом каталоге сделать заказ на 50 баллов, и в этом тоже заказ на 50 баллов, и очки получаем всего за 199 рублей. Боже, у них такой крутой футляр, он такой солидный, очень классный. Внутри лежит салфеточка, чтобы протирать очки, и сами очки очень красивые очки, просто просто супер. А еще у них наконечники такие, как золотые подковочки. Ну что, меряем? А вы смотрите и говорите, как они мне идут, не идут, оставлять себе или кому-то в добрые руки отдать. Сколько они комфортные. У меня, видите, нос такой с платформочкой, тут вот у меня косточка, и мне обычно вот эти вот, когда посадка идет на переносицу, мне бывает больно, и я не могу многие очки просто носить. А еще бывает дискомфорт, сильно давят дужки, но вот сейчас я этого пока не чувствую, но да, главное, чтобы, потому что если дужки давят, то через какое-то время может начать болеть голова. Но посадка на нос шикарная. Где зеркало? Я бы хотела посмотреть. Ладно, попозже посмотрю. Очень красивые. И классная цветопередача, кстати. Вот очки Oriflame всегда невероятные, очень крутые. Забыла еще похвалиться. А если оформить, то есть указать специальный код, вы его найдете в начале каталога, то за 69 рублей мы получаем новый каталог, пробник крема. Здесь у нас идет ночной крем Ultimate Lift. Пробник нового аромата Мимоза, серия Women's Collection, не знаю, как называется, Powder, по-моему, Мимоза. И пробник помады красная. Красный колпачок, это значит помада On Color.
Но и это еще не все. Как официальному обозревателю мне прислали на обзор новый аромат, как раз пробник, который я получила, и мы сейчас с вами его откроем вместе, посмотрим. Форма аромата нам уже знакома, то есть форма флакона, а вот аромат абсолютно новый, и мне не терпится его попробовать. Красивое оформление, такое весеннее, позитивное. Мимоза у меня всегда ассоциируется с 8 марта, женским днем. И вау, какой классный, красивый флакон, он тоже с мимозами. Так, куда мы с вами мимозы поставим? Тоже здесь мимоза, и на просвет тоже видны эти цветочки. И давайте пробовать, очень интересно. Сейчас он развеется чуть-чуть. Он очень ненавязчивый, я не чувствую в нем каких-то приторных нот. Очень приятный, он такой свежий, я не знаю, что там в составе, нужно будет почитать поподробнее. Запишу обзор, конечно, на этот аромат. У меня такое чувство, что в нем цитрусовые какие-то. При том, что такой зеленый, похожий на лайм. Очень вкусно, он такой освежающий, у меня просто вот сразу слюни от него потекли. Я разберусь, и вы тоже почитайте в каталоге, что интересного про этот аромат. Далее мне прислали вот такую пудру в шариках. Что это за пудра, интересно? Сияющая пудра в шариках. Какая прелесть вообще, сейчас откроем. Giordani Gold нас всегда радует и новинками, и красивой упаковкой, а самое главное — это качество продукта. Зеркала нет, крышечка съемная, внутри лежит губка специальная, такой поролон. Ой, какие они красивые! Тут столько шариков, желтые, серые, розовые, зеленые, беленькие. Аромата я не чувствую. Чуть-чуть, вот прям как бы издалека какие-то сладенькие-сладенькие такие. Я люблю все нюхать, все на ощупь, все попробовать, все понюхать, самое главное. Но вот эту красоту мы используем для того, чтобы не утруждаться с сильной коррекцией лица, а вот так кисточкой набрать эти цветные шарики, перенести на лицо, и у нас получается визуально кожа становится ровной, сияющей и молодой. У нас уже раньше были подобные шарики, и у меня просто от них восторг. Конечно, там элементарно кисточку набрал, шух-шух, и как волшебник сразу становишься красоткой. Так, и мне прислали продукты, которые у нас, скорее всего, будут в следующем каталоге со скидками. Это помада серии The One, 5 в 1, ультракремовая. Карандаш для губ, оттенок нюд, по-моему. Вау, как классно, у меня как раз нет такого оттенка, а летом я очень люблю такие нежные розовые помады. И тушь 5 в 1, XXL. В темно-зеленой упаковке, которая действительно очень крутая, эта тушь, и я как раз сейчас такой тушью пользуюсь. А вот какой оттенок помады, давайте посмотрим, что мне прислали. Вау, обновленный дизайн, как же здорово. У меня-то в старом дизайне эта помада, и ее код 37651. Вот такая красота. И это еще не все. Я заказала 3 набора пакетиков. Что такое пакетики? Сейчас покажу, кто не знает. Один набор — это значит 10 мешочков вот такого размера, где-то А4 примерно формат, может быть даже чуть поменьше. И в эти пакетики я всегда раскладываю заказы для клиентов, чтобы не просто так отдать на, да, а это наш сервис, это демонстрация и уважение, любви к продукции и клиентам. И вот такое небольшое вложение, они, по-моему, стоят 2,50 получается один пакетик, но это признак хорошего тона, поэтому рекомендую. Код пакетиков 527015. Заказывайте и любите своих клиентов, балуйте их. Вот, теперь все показала. Надеюсь, этот обзор вам был полезный. Жду от вас обратной связи, что понравилось, что было особенно интересно, что теперь себе хотите заказать, используя мои рекомендации. И
напишите, что вы для себя выбрали в этом каталоге, какие продукты уже попробовали, и дайте обратную связь, понравилось, не понравилось. Все, теперь точно все. Всего вам доброго, отличного каталога, прекрасной, чудесной весны и хорошего настроения. Всего доброго, пока-пока.